Добрый день, дорогие друзья! С вами Серафима Морозова, и я хочу рассказать про очистительную клизму, которую я приготовила вот сейчас для себя. Сегодня я на голоде. 9-й день, он у меня сухой. И вот здесь вот есть такая одноразовая клизма, очень удобная. Здесь вот написано 1,5 литра. Такой вот тонкий наконечник, удобный. Вазелиновое масло, которым я смазываю. И я его приготовила из 2 столовых ложек полыни и добавила туда 3 чеснока, резанных с шелухой, и шелуху чеснока. И вот этот вот отвар у меня простоял больше суток. У кого очень сильные запоры и каловые камни, рекомендую такой отвар хранить при комнатной температуре 4 дня. И когда начнется процесс брожения, использовать его. Он очень хорошо чистит. У него такой же эффект, как у упаренной мочи. И вот здесь вот у меня белый тазик. Вот здесь вот у меня кушетка в туалете. Белый тазик, в который я буду собирать содержимое от первой клизмы. Сегодня первая клизма у меня будет с травой, а вторая будет просто вода, соль и уксус. Вот такая клизма.